Ну что, друзья, ну, оливье – это понятно. Нет, ну, да. Но я вас видел на видео, которое снимал. Это как какой-то крабовый салат. Да, 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 да. Я тоже думала, да, что это здесь понятно, рыба. Мы вчера посмотрели, как у нас вчера. Вот это что? Толик, где мы в бассейне его видели? Фаршмак. Это селедка крученая. Так, идем дальше. Вот у нас рыбочки. А как рыбы? Значит, это селедочка под шубой, друзья. Зима, шуба уместна. Так, холодец. Я так понимаю, что Миша владеет каналом своего, сейчас все покушает. Холодец. Холодец, а не студент. Так, идем дальше. Ой, Виктория. Бутерброды с рыбкой, с икронкой. Так, это мы видели. Это мы видели в другой части стола. Друзья, суп повторяется. Ну что, Гарик, скажи, чем сердце успокоится? Ну уж явно не минеральной водой. Это правда, это правда. Я там положил в холодильник водочку, водочка и... Хорошо, а там фаршированная рыбка, друзья, фаршированная рыбка. Вот она, вот она. Внимание, вот, друзья, бумажка. На бумажке пишется имя. Во-первых, люди, которые тебя не знают, может быть, узнают. Во-вторых, особенно если выпил, знаете, до того, как сел за стол, легко найдешь, где твоя тарелка. У тебя водочка, она, я бы сказал, похожа на царь. Ты как король на именину. Да. Поэтому что, хочется пожелать всем нам хорошего, доброго года, да, больших зарплат, накоплений. Так, это, подожди, это первый дубль. Хлопушка, да, номер два. Ути, 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 друзья. Да, мы на распутье. Так, пришла уточка. Уточка пришла с яблоками. Это не картошка, друзья. Так, все, это не картошка. Я держу, ты накладывай. Давай. А, это вообще конечно. Вот, друзья, так и развлекаемся. 10 лет. И вы все позитивненько. Держитесь подальше от людей негативных. Вы должны себя обратить, кто вы и что вы. Пару попросили, человек перейдет. Друзья, мы будем пить чай. Я хочу сказать, что дело даже не в чае, но посуда. А торт? Какая посуда? Я подозреваю, что это ленинградский фарфоровый завод. Ну-ка, что там сзади пишет? Нет? А может быть, даже и нет. Чешская. А вот тут вот, друзья, торт. Это что? Ой-ой-ой. Это просто тирамису. Тирамису. А это, друзья... Так что, это торт от Лос-Анджелеса, я понимаю. Да. Это мне напоминает Бородино. Вам не видать таких сражений. Итак, я много России знамена так, город, как город, тени, город, понимаешь? Город. Это поэтическая вещь. А? В ней нужно стихотворение. Друзья, это из Лос-Анджелеса. Нет? Да? Это вы привезли из Лос-Анджелеса? Очень сложно. Придется... Молчи и кивай. Эту песню все знают, популярная, да? Чего? Она состоит из 4 слов, правильно? Нам уже дали 4 слова. Первое слово, что пока? Челюсти двигаются, рот открывается. Вот, открылся рот и закрылся рот. Поет человек. Ну, понятно, что песню он поет. Нет, первое слово, значит, что он поет. Очень сложно.